25 марта 1945 года взбешенный Гитлер, находясь в бункере рейхсканцелярии, обрушил на генерала всю мощь своего гнева. Дело в том, что советские войска накануне отбили немецкий контрудар под Кюстрином, который находился всего в 100 километрах от Берлина. Уже в начале апреля Красная Армия вплотную подошла к столице Германии и начала подготовку к последнему штурму. Советские войска, которые должны были брать Берлин, насчитывали более 2 миллионов человек. Это были закаленные в боях ветеранские части. Многие советские армии имели статус гвардейских. Немецкие войска выстроили оборону вдоль западных берегов рек Одер и Нейсе. Самым защищенным и неприступным местом этой обороны были Зиеловские высоты, которые прикрывали дорогу на Берлин. Они представляли собой глубоко эшелонированную оборону, которую немцы строили и укрепляли последние 2 года. Группировка войск, защищающих Берлин, состояла из более 1 миллиона солдат, 1500 танков, 10300 орудий и минометов и 3300 боевых самолетов. Сам же Берлин был превращен в сильнейший укрепленный район и подготовлен к ведению уличных боев. Вокруг Берлина было создано 3 оборонительных кольца. Внутри города сооружено более 400 железобетонных долговременных огневых точек. Берлинский гарнизон насчитывал в своем составе 200 тысяч человек. Скрывать немецкую оборону предстояло 2 советским фронтам, белорусскому и украинскому. В совокупности советские части, которые штурмовали Берлин, состояли из более 2 миллионов человек, 6250 танков, 41600 орудий и минометов и более 7500 самолетов. Перед советскими войсками стояла не только военная, но еще и политическая задача. Овладеть Берлином и разгромить войска противника необходимо было за короткое время. Немецкие генералы решили не препятствовать продвижению союзных войск и проиграть войну им. В их задачу ставилось держать оборону против советских армий до тех пор, пока в спину не ударят союзные танки. Хоть Берлин и был в зоне влияния Советского Союза, но англо-американские войска получили приказ по возможности взять столицу Германии самим. Если бы это случилось, то союзники потом использовали бы это в своей пропаганде, говоря, что это они победили нацистскую Германию. Советское правительство на это пойти не могло. Всю тяжесть войны вынесли на себе жители СССР, и только им должна была принадлежать эта победа. 16 апреля в 5 часов утра наступление советских войск начал Первый Белорусский фронт под командованием маршала Жукова. На линию обороны немцев в течение 25 минут обрушили свой ураганный огонь 9000 орудий и минометов, а также более 1500 реактивных установок типа «Катюша». После с началом атаки наземных войск огонь артиллерии был перенесен вглубь обороны противника. На участках прорыва были включены 143 зенитных прожектора, которые должны были освещать дорогу наступающим войскам и ослепить солдат врага. Но данный прием не сработал из-за спустившегося тумана. После начала атаки оказалось, что артобстрел практически не повредил обороне противника, и пехотные части встретили ожесточенное сопротивление немцев. В это время Первый Украинский фронт под командованием маршала Конева форсировал реку Нейсе и захватил плацдармы врага на левом берегу реки. За первые часы операции инженерными войсками фронта были оборудованы 133 переправы, через которые стали форсировать реку советские войска. В середине дня наступающие вышли ко второй полосе немецкой обороны. Почувствовав угрозу крупного прорыва, немецкое командование бросило в бой свои оперативные резервы, поставив перед ними задачу сбросить наступающие советские войска в реку. Тем не менее, контрудар немцев был отбит, и к исходу дня войска 1-го Украинского фронта прорвали главную полосу обороны и продвинулись на глубину до 13 километров. В течение всего дня войска Жукова не могли занять Зиеловских высот, и тогда он ввел в бой дополнительно 2 гвардейские танковые армии. Но даже усиленные войска продвигались очень медленно. Весь день и всю ночь 17 апреля войска 1-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои с противником. И только к утру 18 апреля при поддержке авиации танковые и стрелковые соединения смогли преодолеть оборону Зиеловских высот. 19 апреля советские войска уже прорвали третью оборонительную полосу и получили возможность развивать наступление на Берлин.
Советская авиация, завоевав господство в небе, уничтожала огневые средства и живую силу противника, а также громила подходящие резервы. Прорывая оборону врага и преодолевая упорное сопротивление, советские войска рвались к столице Германии. Наши части в день преодолевали по 30 километров, и армии, защищающие Берлин, за несколько дней были разбиты. К 25 апреля Берлин был окружен советскими войсками. Но немцы не собирались сдаваться, и бои продолжились еще 8 дней, уже в самом Берлине. Советские войска имели большой опыт по штурму немецких городов. При взятии Берлина ими был использован опыт штурмовых групп, которые, усиленные танками, отвоевывали улицу за улицей. Действие штурмовых отрядов предварялось артиллерийской подготовкой. Бои в Берлине не прекращались даже ночью. Одним из важнейших событий было взятие Рейхстага, который защищал 5000-й гарнизон, состоящий из подразделений СС. Это были французские и латышские батальоны, а также личная охрана Гитлера. Вечером 30 апреля через пролом в северо-западной стене Рейхстага группа советских бойцов ворвалась в здание. Почти одновременно с центрального входа в штурм пошли солдаты 150-й стрелковой дивизии, пробивая себе проход пушками. Около 22 часов советские войска владели первым этажом. Немцы же укрылись в подвале и продолжали сопротивление. Ранним утром 1 мая над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, который стал знаменем победы. Однако сам бой продолжался весь день, и только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал. 1 мая генерал пехоты Крепс обратился к советской стороне, что он уполномочен вести переговоры о перемирии от имени нового правительства. Накануне 30 апреля в своем бункере Гитлер покончил жизнь самоубийством, поэтому вся власть перешла к адмиралу Карлу Дёнитцу. Сталин потребовал у нового правительства безоговорочной капитуляции, которую немцы отвергли. Тогда советские войска открыли ураганный огонь по остаткам немецких войск, обороняющихся в центре Берлина. После этого начался штурм части города, где находилась имперская канцелярия. К утру 2 мая все здания Берлина были заняты советскими войсками. Германия прекратила военные действия, и к 15 часам остатки берлинского гарнизона сдались в плен. 8 мая в 23 часа 43 минуты по московскому времени немцы подписали акт о полной капитуляции, который вступал в силу 9 мая, в 0 часов 1 минуту по московскому времени. Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией. Официально война была окончена только 25 января 1955 года. Берлинская операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории человечества. С обеих сторон в сражении принимало участие около 3,5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов. День Победы – это праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Первое празднование состоялось сразу же, 9 мая 1945 года, и завершилось грандиозным салютом. Финальным же аккордом стал Парад Победы, который состоялся 24 июня того же года. Командовал парадом маршал Константин Константинович Рокоссовский, принимал Парад Победы маршал Георгий Константинович Жуков. Марш сводных полков завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия мавзолея Ленина, на котором стоял верховный главнокомандующий СССР Иосиф Виссарионович Сталин.